Так, хочу показать катушку. Настройка. Я подобрал конденсаторы. Правильно, если правильно подбираешь конденсаторы, то резонанс не плавает. Смотрите внимательно. Вот. На настоящий момент есть буквально миллионы антихристов. Я не один из них. Вы найдете их среди христиан, мусульман, иудеев, атеистов, сатанистов, агностиков, буддистов, индуистов и так далее. Им не нужен лидер, чтобы стать антихристом в большей мере. Я должен прояснить. Христос не имеет отношения к Иисусу из Назарета. Эта часть была сфабрикована позднее. Вопрос. Разделяете ли вы мнение, что наша дуальная вселенная предоставляет душам прекрасную возможность развить в себе безусловную любовь так, чтобы они могли превзойти нашу диалектическую вселенную, а не вырваться из нее? Вы все еще верите в закон баланса и кармы, заставляющий душу быть королем в одной жизни и попрошайкой в другой? Если он верен, то неважно, являетесь ли вы членом элиты. Это может быть уникальный опыт для души, такой же уникальный, как и любая другая роль в обществе, до тех пор, пока души прогрессируют. Является ли историк Леонард Гарднер влиятельным членом элиты, как заявляет Айк, Дэвид Айк? Если он всего лишь обычный человек, имеющий доступ к скрытой информации. R2153 на пушпол. Усилитель. R2110. UCC37321 микросхема. CN4HC14 и CN4HC00. Регулятор частоты на пушпол. Фазовращатель. Длительность пачки. Частота Теслы, скважность Теслы, симметрия площадки, это пушпола, а это скважность пушпола. А вон там регулятор еще один есть, этот частоты, это частоты Теслы, еще один регулятор, ну, трансформатор надо снимать просто. Тем, что называется в кавычках карма,